Привет, мужики. А у нас трандец. Смотрите, как весной, этой ночью реки стекали вниз. Вот какая уже трава хорошая. А мы не можем никак выехать косить. Тут вот меня люди ждут. Немного двор подкосили, когда я выкашу это все. Ну, сейчас мы пойдем глянем, что там с нашей люцерной случилось. Глянем на ежу. Блин, ногу хрен вытянешь. А вы посмотрите, какой прогноз погоды нам на ближайшее время. Холодина, блин. Трандец. Одетый, как по осени хожу. В общем, погодка не очень. Так, у меня тут огороды. На поля я не поеду, я не доеду. Вот эти, тут бугорок. Будем трактором косить. Все будем трактором косить. Ручную мы только возле двора. Вот так, сейчас посмотрим, что у нас тут с люцерочкой. Я думаю, что гоплык полный. Ну, посмотрим, что оно. Так. Полегла, родная. Смотрите, сколько ромашки в люцерне. Это трандец мой. Вот где она взялась? Ну, люцерна еще. Сейчас попробуем пробраться. Ой, блин, уже все, ноги мокрые. Попробуем побраться. Ну вот, лежит. Лежит. А ромашка, сука, стоит. Где она берется, эта ромашка? Что за херня? Ой, братцы, там полегла вообще. Ну, уже в бутонизации она, но еще не цветет. Еще пока не зацвела. Ну, начинаю. Тут уже бутончики подкинула. Уже цветочек. Если бы, наверное, жара была, уже бы начал бы раскрываться. Сейчас ее как раз самый смак косить. Кое-где вот смотрю, там синенькие цветочки раскрылись. А ромашка стоит хоть бы хны, блин. Уже тоже зацветает ромашка. Так люцерну мандячила. Это трандец какой-то, блин. Я первый раз вижу, чтоб сколько ромашки было. В прошлом году не было, в этом году. Ох, ветер холодный. Пойдем глянем на ежу. Там у нас перемешку с райграсом. Райграс что-то мне не очень понравился. Я еще его пахнул тут 3 гектара в чистом виде в этом году. Ну, семена были, накупил. Вот, посмотрим, что она вырастет. Хрен его знает, пересеем, если что. Что-то мне не везет с этой. Трава, конечно. Но тут не очень так. Так, а вон мы ежу. Сейчас подойдем к еже, посмотрим, что оно за дела. Смотрите, как вода шуровала. Ох, и лило, блин. 3 дня уже льет, и льет, и льет. И холодина такая, что дома топить надо. Вон моя ежа сейчас возле огорода. Блин, недавно только гарбузы полол. Уже заросло нахрен. Гарбузы, пчелы не летают нифига. Короче, одни проблемы, друзья мои. Одни проблемы. С этой погодой, конечно, да, наказывает нас природа конкретно. Блин, за наши все злодеяния, что мы с ней творим, как мы ее, блин, не ценим. Наверное, природа решила нам мстить по полной катушке. Человек — это единственное существо, которое непонятно как появилось на этой планете. Сука, все бьет и ломает. Ну, ежа, конечно, тут в минимальных количествах посеян райграс ежа. И люцерна вот эта, что я сеял, смотрите. Что там на поле в предыдущем видео нету люцерны. Что здесь на огороде я сеял, нету люцерны. Смотрим, что-то тут жидковато. Ежа, конечно, уже отцвела, стоит высокая. Но ежа и райграс здесь было 10 килограмм на гектар. По 10 килограмм на гектар посеяно, то есть мало. Ну, смотрим, райграс вот жиденький какой-то, вообще ничего нету. Ежа, так, если смотреть, сейчас покажу, вот мои арбузы тут что-то растут. Вон бурьяну сколько, блин. Вот так, если посмотреть, то хорошее. А если и вот так смотреть, хорошее. А если вот так вот посмотреть, нехер смотреть. Но факт в том, что косить-то уже надо. А косить не будем еще ближайших, я думаю, дней 10, наверное, скорее всего. Потому что обещают июнь-июль очень сильно дождливый. Так, вчера по грязюке тут ездил на Т-16, ездил смотреть. Там залез, хрен знает куда, этот самый, траву. Тут такой вот бугорок по грязи. Скажу, конечно, прет он, сука, как танк, блин.
маленький, юркий. Единственное, что надо по грязи, у нас вот такой вот уклон, надо поворачивать нахрен тормозами. Передок легкий, у него ни хрена не поворачивает по грязи. Я уверен, по гололеду тоже. Ну, гололед нам нахрен не нужен. В общем, тут немножко посеял, вот скультивировал перед самым дождем. Бахнул фацелии немного, потому что огород здесь уже ни хрена не растет, на навозу до хрена. Думаю, фацелия и бахну, пусть отдыхает. Этот самый и пчел, что там будет, и пусть отдыхает. Потому что в этом году пчел, наверное, кормить сами будем. Не одни нас, а мы. Так что такие вот дела, друзья. Холодина плохо. Плохо трандец. А на душе как плохо, вы не представляете, когда... У меня уже техосмотр на ЗИЛу заканчивается со страховкой 16 числа. Обычно я выезжаю. С первых чисел косим, тудым-сюдым. Денежка уже есть на страховку, на техосмотр, на разные все эти дела. Ой, а так, дед ни хрена, сейчас выезжать, и надо ехать и на страховку. Я тут по грязи хрен вообще выеду с этих всех делов. ЗИЛом этим он у меня он в ярку стоит, галасит. Так что такие дела, мужики. Все. Всем до встречи.